Полузащитник футбольного клуба «Балтика» Аслан Дудиев. Аслан, первый вопрос вообще. В каком настроении сегодня команда готовилась к очень важному матчу, к битве против одной из главных команд всей страны? Ну, после Ахмата готовились с большими ожиданиями, с хорошим настроем, позитивным. Но так получилось, что проиграли. Но, на мой взгляд, команда играла достойно. Жалко, что так получилось, что проиграли, но то, что я смотрел, мне за ребят стыдно не было, я так скажу. В целом, по матчу что скажешь? Вот до того момента, когда ты появился на поле? По матчу, я думаю, первые 60-70 минут вообще здорово все было. Потом концовки чуть не хватило, на мой взгляд. И в итоге проиграли. И поаплодируем Аслану Узину, который сегодня провел свой сотый матч за футбольный клуб «Балтика». Мы тебя поздравляем. Давно ты шел к этому событию, но наконец-то сегодня оно свершилось. Сотый матч за футбольный клуб «Балтика». Насколько большое событие в твоей жизни, важное событие в твоей жизни? Время так быстро бежит, что даже не скажешь, что сотый матч. Но так для меня это уже как родная команда, так сказать. И город, и стадион, и болельщики. И приятно, конечно, что с «Зенитом» именно сотый матч. Но жалко, что проиграли, но в целом я доволен как качественной игрой. Ну, жалко, что не забили, конечно, но все равно ребята молодцы, на мой взгляд. Сегодня по посещаемости мы поставили для себя рекорд в премьер-лиге. Что скажешь вообще в целом по антуражу? Ну, болельщики молодцы, а так моментами даже волны запускали. Так во время игры чуть обратил внимание. Молодцы, наши болельщики самые лучшие. И хочу к ним обратиться, что команда сейчас чуть-чуть находится в плохой ситуации, но с вашей помощью мы будем стараться выигрывать, еще лучше играть. Все для вас. Я думаю, очень показательная ситуация была после матча, когда вы уже похлопали со всеми трибунами, и трибуны начали скандировать «молодцы», несмотря на результат. Ну, приятно, конечно, на самом деле дома играть. А болельщики, повторюсь, у нас самые лучшие, поддерживают, когда выигрываем, проигрываем. И, конечно, приятно, когда команда проигрывает, все равно, как болельщик поймет матч, так никто, и они поняли, что ребята выкладывались, да, это «Зенит», это чемпион. Все равно достойный бой дали, на мой взгляд. И тем самым нас отблагодарили своими овациями. И это очень приятно, конечно же.